Девочка. А. Рекс работает. Далеко тебе? Нет, прям рядом, сейчас посмотрю, что там. Лось. Сейчас поближе посмотрю. Подойду, посмотрю, слюнчика нет. Рычит, ходит. Волосы дыбом, блин. Да, принимаю все. Давай, давай, он здесь на месте крутится, гоняет собак. Ну. Собак сняли с лося.
четверых удалось поймать. Двое без боя не сдались. Самые старики. Рекс и Валет. Ушли дальше. Там их парень тоже перехватывает. Серега идет. Ведет маленького кучума и как ее шугу. Кучуму когда поймал, прям собаки работают. Кучуму не дали поработать. Ну, это уже успех, то, что четверых собак максимум сразу сняли. Так что сейчас меняем локацию. Время уже после обеда, ближе к вечеру. Сколько, 4 или 5 часов. Сейчас попробуем еще локацию поменять. Мы тоже без боя не сдадимся. Постараемся сегодня еще поискать медведя. Охота на медведя уже закрывается весенняя. Остались считанные дни. Сегодня прям кайф. Ходить плюс 14. Солнышко. Но земля еще холодная, прохлада такая. Ходить комфортно. Так что пока еще поборемся. Гера. Бой. Ну, тащит еще как. Значит, еще силы поработать есть. Мы остались на другой стороне, и это не радостно. Ночевать в УАЗике не хотелось бы. Сломалась. Возвращаемся пешком домой в обход. Переправиться не смогли. Переначим пешком. У каждого по две собаки. Набегались. Сегодня время 9. Время 9 вечера. Хорошо знакомые нас на лодке бросили. УАЗик мы оставили. Идем пешком. Взяли в аренду мы другую транспортное средство, чтобы до дома добраться. Рыбачил рыбой вонищем.
готовится. День сегодня долгий получился. Да, Гер. Еще часика будет. Собаки отработали медведя, Кучум, Рекс, лечились. Довольно далеко ушли со зверем. Нам пришлось идти за ним. Собаки подтянулись. Веру не отпускаю. Собака так хватает. Медведь, подранок, бой льет голосом. Близко подходит. Ну, Рекс красавчик с Кучумом. Собаки уже устали лаять.